В этом отделении на втором этаже находится более 30 детей, инфицированных продукцией молочной кухни. Сегодня у многих из них еще температура, а некоторым даже ставят капельницы. Поначалу к детям не пускают, а поговорить накануне прибытия главного санврача удается лишь с бабушками и дедушками маленьких пациентов. У Натальи Близкой уже 3 дня в отделении годовалая внучка. Говорит, продукцию молочной кухни девочка ела 3 месяца. Температура и рвота начались в воскресенье. В понедельник утром ребенка привезли в больницу. Нет теперь гарантии, что это не будет хроник. Это масса хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта в будущем после таких проблем, которые вот это сделали. Я считаю, не знаю, умышленно или неумышленно, но в крайнем случае сделано. А внучку супругов Белевских привезли в отделение только вчера. 2 дня держится температура больше 38. Сейчас девочка под капельницей. Температура тоже не падает, хотя уже сделали и в 6 утра, и в 6 вечера антибиотик. Но чего-то он не помогает, не действует. Такое впечатление, что хуже стало после этого антибиотика. Только сейчас стали делать капельницу. Вот она сейчас лежит, и не знаем чего, она просто как без сознания лежит. Она или спит, или без сознания, она никакая лежит. Исполняющий обязанности главного санврача приехал в первую больницу около 16:00 вечера. Заявляет, сейчас в инфекционных отделениях города 44 ребенка. Здесь 35 малышей от полугода до 2 лет. Состояние их стабильное, говорят врачи. Диагноз у 15 малышей уже подтвержден. Ротавирусная инфекция, кишечный грипп. Заболевания часто встречающиеся и не опасные. Лечат малышей антибиотиком. Состояние 21 ребенка легкой тяжести. 23 оценивают как средний. Это проблемы молочной кухни. Одного с работников выделена ротавирусная инфекция, который мог стать человеком, который занес инфекцию на молочную кухню. Мы проведем детальное расследование этого случая. Могу вам сказать, что все виновные в заболевании детей будут жестоко наказаны. Кухня в Ворошиловском районе только отремонтирована, рассказывает главный врач первой больницы, к которой и относится предприятие. Туда завезено новое импортное оборудование. Процесс переработки и раздачи почти полностью автоматизирован. Руками расфасовывают только творог. По санитарно-техническому режиму ежемесячно контролировали санэпидстанцией. Внеплановые проверки смывы делали. Даже 28 марта у нас санитарная станция проверила всех сотрудников, но тех, которые были в первой смене. Сотрудница кухни, которая по предварительной версии распространила инфекцию, больше 70 лет. Пенсионерка с кишечным гриппом ходила на работу. Исполняющий обязанности главного санврача обещает проверить тщательно состояние здоровья и санитарные книжки всех сотрудников, так же, как и оборудование кухни. И называет отравление детей проблемой государственного масштаба. По этому делу проводят проверки и прокуратура, возбуждено уголовное дело. Штрафами обещают в Киеве работники молочной кухни не отделаются. Само же предприятие обещает открыть через 2 недели, когда закончатся все проверки. Оксана Витер, Георгий Жилич, Панорама.